Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, а вы на канале Кирилл Ги. Мы сегодня снова из серии на проекте Мазин Холиплей, это второй сервачок. Все ссылочки есть, как всегда, в описании под видео. Поэтому заходите, смотрите и начинайте играть вместе со мной. Но в этом ролике, дамы и господа, вы увидите новую нарезочку. Очень интересные моменты, там перестрелки туда-сюда. Все самое классное я вам в этом ролике покажу. Кто не смотрел прошлое видео, это как бы новая рубрика, поэтому я вам советую посмотреть прошлую серию. На прошлом ролике вы показали неплохую активность, вы набрали 130 лайков, за что вам большое спасибо. Давайте постараемся все-таки на этом ролике набрать 150 лайков. Ну а перед просмотром я хотел бы вас предупредить, то, что видео создано исключительно в этом контенте, то есть я не хочу там кого-то затронуть, обидеть и за мной повторять не нужно. Также в видео присутствует мат, поэтому если вам нет 16 лет, то я вам не советую смотреть данное видео. Но для тех, кто только собирается играть на проекте, конечно же, есть мой промокод, пишите /mm, 7-й пункт, промокод, указать друга ютубера, и вводите промокод Полканов. За этот промокод вы получите 350 тысяч. Ну а я вам желаю, конечно же, приятного просмотра, приятного аппетита, смотрите ролик от начала до конца. БТР, ух, твою мать. Нихуя! Мне кадры, блядь, просили. Пизда, 15 кадров. Охренеть их там! Еба! Смотри, сколько их! Охренеть! Ну нам пизда, пацаны. Не, нам пизда. Жопа. Я отвечаю, нам жопа. Попал. Ебать их тут дохуя. Меня лагает невыносимо из вот этих вот мигалок. Ну они на БТРах приехали, у меня просело прям, блядь, очень. У меня вообще, я офигел вообще. Сидят там тупо. Я чувака, я своего чувака ёбнул случайно. Сзади мент, алё! Бля, за первого раза. Да там немного их, немного, мы положили почти. Там ФСБ выйдет на автошколе. Да они гандоны, блядь. Вертолет, вертолет, вертолет. Блять, иди уроки делай. ФБСы, ФБСы, ФБСы едут. Две гелика. Че, смысл есть ехать? Подъехали. Хватит там. Их очень много. Да, блядь, стреляй нахуй! Ебать тут мясо, конечно, пацаны, это пиздец. Взлетает, взлетает, ложите его нахуй. А у него сколько там хп-то, вот, сейфа? Я ему 2 сколько? Я ему 3 тыки дал, когда он сдохнет нахуй. Я ему 2. Бля, Максим, не мешай, мы на поезде. Да завали ты ебало, мне пол! Ебать, как тут у вас компы? У меня 50 FPS, блядь. У меня 60. 50, блядь. 19, не хочешь? когда Беттер въехала, блядь, там все три были, блядь. Вертолет, вертолет, пацаны. Да, вертолет. Ебать, он че, ебануть? Ебать, он там сколько людей положил. Сейчас, давайте их сопровождать будем. Да, я не успел взять, блядь. Подождите, не едьте, там ФСБ ждет, не едьте сами. Там сейчас ФПС вообще не будет. Надо оружейку батарею покупать, ну ты посмотри, как у него финку там. Это же вообще жесть. Посмотри, сколько типов закупила. Ну это да. Это прикинь, так по 2 поезда в день минимум, чтобы осраться. Сколько там финка сейчас? Ждем, 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 ждем. Поехали куда-нибудь, я хуй его знаю, куда ехать. Да за ними едь назад, алё. Просто похуй лети. Вы задолбали. Они чё, водятлы? Проехали, там зеленый уже, блядь. Давай быстрее, надо им хлопануть, там мусоров пиздец, нахуй. Давай, блядь, что ты лагаешь? Около базы дальнобойщиков. Там за... Сука, Каделька заебал пиздеть, нахуй. Блядь, ты Ваня слепой или шо? Вон сзади они едут, блядь. А смысл ждать? Ты смотри, там пизда. Ой, дебил, блядь. Какой ты иди? Бля. Лазим пиздец. Попал. Сейчас сверху попустим. Куда? Он офнулся. Фебас. Нихуя Фебас и хуярит. Пизда. Дал. Дал еще. Дал еще. Все, все, по съебам даем. Ой, блядь, там их дохуя, Макс. Ой, а ну, блядь, Кирилл. Все, не стреляйте, не стреляйте. Ебать. Ох, ебать, заводи мотор. Да пацаны, там пизда, да его нахуй. Все, по съебам, пацаны, все. Мы сумки сдали, все. Да все, съебуйте нахуй туда. Нет, все, сумки сдали. Понял,
Так он ему в рации что-то пиздит, слышишь? Пиздец, ебать, в ФСБ катаешься. У тебя тихо в руках, долбоём, смотри! Медики пиздят, народ, алё! Давайте! О, хорош! Арестован! Ты пиздец, бля, ну у нас место мошенников. Это здесь секс трём или нет? О, давай его увезем в КПЗ обратно и вернемся за другом нашим. Ура, я буду кататься. Ура, мы дальше кататься поехали. Все, пацаны, уплёвываем. Почему? Поехали на грабы ловить. Еще убили ниты, две перевозки. А грабы поехали ловить. Я тебе 5 раз не поставлю. Я к нему сел. А менты его еще. Где тебе искать теперь? А, вижу. Он чувака вяжет! Чекай, чекай. Куда его посадят, мне интересно. Не знаю. Вы серьезно? Отпустите, дайте я машину продам. Дайте я машину продам, блядь. Блядь, ну вы уебали, пиздец. И убежите меня, пацаны. Пожалуйста. Я, блядь, не могу ее полчаса продать. А, вижу все. По-человечески. Мы в ФСБ работаем. Ты типа со своей Фомы вяжешь, понимаешь, ты какой слабый? Это надо быть плохим человеком. Я тебе звезд, 5 звезд не поставлю. Кирюша, блядь, пацаны, вы лучше. Ничему человека жизнь не учит. Чувак, на тебя дуло навели. А ну, кто быстрее, ну? Раз, два, да и за! Ой, блядь, стой, Саня, быстрее! Снимаешь? Таксисты нападают, помогите! Санечка, снимаешь! В разброс! Да не знаю, быстрее! Мамкин снайпер! Во дворы, блядь, это Тоффенса вообще пиздец. На чего надеяться, блядь, мне пиздец. Встречная полоса движения, прибедитесь к обочине. Нужна путевка в Дагестан? Прижмитесь к обочине. Я юморист, не таксист. Ой-ой-ой-ой-ой. Это что за цирк акробатика? Беспредел. О, порча имущества, ой-ой-ой-ой-ой. Это все, ебать, минус зарплата. Ебать, что с ним такое? Ебать, ты каскадер. Брат, права забрали. Он куда-то делся. Ты где был, в Нарнии или что, брат? Ого, что за цыганские фокусы? А правда, что если ты блуд, то ты рука блуд? Блин, опять падик съел. Почему так часто пропадаешь? Отдай Алексу Гамбина. Отдай. О, спасибо. Это что за магия вне Хогвартса? Так, вышли из машины быстро, проверка багажника. Выходите, открывайте багажник. Багажник открывай быстро! С машины быстро! Открывай багажник! Наркотические вещества. Да не выкидывай машины. Открывайте багажник быстро. Медленным движением руки. Проверка на наркотические вещества. Да че вы похуй, блядь? На него три ствола смотрят, блядь. Также будет использована клизма, если вы не выйдете из машины. Бля, ну ту похуй. Интересно с тобой, поехали. Блядь, это не интересно. Все. Неуважение к тебе. Я тебе 5 звезд не поставлю никогда в жизни, понял? Ты шо, там дрочишь, ты шо? Ну? А, до 20.00 можно дрочить, понял. Извиняюсь. Кальмар, мордой в пол, работает ОМОН. Только посмей пукнуть в этом помещении. Я тебе жопу залеплю. Да выключи ты водопад свой, блядь! Вылези из турбины. Тебе даже медузы не помогут, кальмар. Там Марджио вообще. Ты, блядь, с аквариума вылези сначала. Наконец-то, блядь. Да-да-да-да-да. Между нами волосатая пизда, ла-ла-ла. Ничего не будет. Вези меня, мой лошадь. Отвезите его в детдом, пожалуйста. Я бы офигели, он меня сейчас повяжет. Куда мой хработёк, сука, трогаешь? Блядь, у меня опять серфлю. Чё, чурка, путала? Да ты чурка, блядь, ты, блядь, я украинец, нахуй. Ладно, давай дальше, мы поехали суету наводить. Кто, блядь, машину залушил, сука? Я шо, блядь, ебу дочь миллионера, ты шо, блядь? Золотые купола душу мою радуют. А то не день, а то не ночь. Ла-ла-ла-лай-ла-ла-ла-лай. Ла-ла-ла-лай-ла-ла-ла-лай. Заходим мы на Амазин ГП. Елый сервачок. Будешь ты качок. Так, залетаем, залетаем. Давай, 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 быстрей. Давай, 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 заходи. И вы гру-гру, гру-гру-гру-гру-гру-гру. Тан-тан, та-ра-ра-ра-ра-ран. Ебало завали, ебало завали. Та-та-ра-та-та-та-р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 а-та-та
та-та-та.
Та-да-та-та-та. О, здорово, пузатый! Бля, что такие читы слабые, брат? Денег не хватило, что? Слабый дед твой, нахуй, который на Донбассе воюет за 100 рублей, долбоёб. И отец на стройке, который машет, нахуй. Мешает, ебанат. Чтоб тебе номера хер 4-4 купить на Амазинке. Да-да-да. Да хуй нафиг. Ай, долбоёб, бля, слабый. Давай, ДМ, пацан. Бля, такие слабые люди просто. Бля, я даже не обиделся, если честно. На долбоёбов, пацаны, нельзя обижаться, правильно? Правильно. А то не день, а то не дождь, ля-ля-ля. Так, перезаходим. Какая нахуй рыбалка? Иди дальнобойщиком работай, блядь! А, пацаны, после выхода... Дальнобойщиком работать, сука! Когда мы уже пойдем, блядь, я заебался стоять, блядь! Вы еще там стоите? Кирилл, ты, Ваня, повернись, меня можешь с ней, слышишь? Блядь, малой, мы четвером держали, вы че, блядь? Ты о чем нахуй? Да я один держал свои яйца утром, блядь. Да спорим, мы встаём сейчас. Сейчас упадём все, я уверен. Закопан. Твоя! Бегут все. Твоя! Ха! И уносит Опа. Меня, и уносит меня, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Суета, 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 суета. Хуета, 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 хуета. Ебать, их там много! Их там пиздец за углом, пацаны! Их там пизда. Украина, let's go! Дагестан! Ебать, их там. Так, Кирилла сейчас первого положит, да, когда у нас упало. Как мясо просто. Кирилла сейчас положит, как мясо. Все, положи, я же сказал. Кирилла положили уже? Да, мясо это за денег, лоха ебаного. Чай. Индийский чай. Ты далеко собрался? О май гад, о май гад, о май гад, о май гад, о май гад. Ема там людей! Перекурил? Обосраться. О, ФБС не убежал, не убежал! О, не убежал, не убежал, маленький мой пупсик. А попавала сатая. А попавала сатая. Самое главное, что не в КП заебать. А то все хуя. Там пизда, пацаны. Там танк сразу хуярит. Не в КП. Оху! Победа! Нас не выебали в КПЗ! О, як приятно! О май гад! Моя дырочка снова рабочая. Бедный чел. Так у него пердит, он, наверное, еще обосрался.